Спасение утопающих – дело общее. Только за минувшие выходные в Иванове на водных объектах погибли 3 человека, в том числе один несовершеннолетний. Все 3 случая произошли на реке Талка, на так называемых диких пляжах, в местах, не приспособленных для купания. Причина зачастую употребление алкогольных напитков. В нетрезвом состоянии человек и себя в воде не контролирует, и за своими детьми не следит. Результат нередко бывает трагическим. В городской администрации в четверг обсудили меры по предотвращению происшествий на воде. Принято решение объединить усилия. Привлекать к работе инспекторов по делам несовершеннолетних для профилактики работы с малолетними детьми, которые пришли, несовершеннолетними, которые пришли без родителей купаться. А это у нас часто бывает. Кроме того, договорились с сотрудниками полиции, что в выходные дни, то есть несмотря на их загруженность, будут выставляться постоянные посты с 12 часов дня и до 8-9 вечера. Вот. То есть эти вещи, они как бы, в общем-то, необходимы, и решать их необходимо вместе.